Держу такой вот подвесной мостик. Ой, вот она. Это кто? Это уже на павлина похож, но что-то у него перьев нет. Ну, нет, ну это какой павлин? Это какой-то журавль, наверное. А почему? Откуда ты знаешь? Алмазный фазан или калифорнийский хохлатый перепел? Синий — это, по-моему, хохлатый перепел. Вот этот вот. Не. Это мужик. Откуда ты знаешь, что это мужик? Дама не будет так вести себя. Вот так вот. Да, кстати, да. Ну, красавец, красавец. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Ну да, это обыкновенный павлин, да. Вон, который напыщенный был тут. Ну да, да. А тут вон петухи ходят так вот. Вообще. Что тут практически не огорожено. Вон. Карликовый. Попугай летает он. Леля гоняется, гоняется за попугаем. Оп-оп-оп-оп. Как подворье такое это. Как в деревне это. Ни у кого в деревне таких нету. Вон, бля, с лопатой. Владик, иди сюда, Владик. Ну, ходишь, они вон по земле шастают. Это, наверное, фазан. Я говорю, слышь, как это, как в деревне, да? Петухи. Фазаны. Тупик, да, наверное. Да, это правда. Вот таких я в полях видал много. Ходишь, бывает, грибы собираешь по кустам, а они оттуда. И так, ух! Фух, а уже ж надо домой ехать.